Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу «Січас». Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі Ігор Яковенко, російський опозиціонер, журналіст, соціолог, громадський діяч. Разом зі мною Ігор Олександрович, привітаю вас. Здравствуйте, Олена. Традиційно наших глядачів закликаю бути активними під час перегляду цього відео. Це значить ваші вподобайки, ваші коментарі, ваші поширення, ну і безумовно підписка на канал «Січас», якщо досі цього не зробили. Игорь Александрович, хочу начать наш с вами сегодняшний разговор с того, что в России наконец-то определили виновников масштабного прорыва дамбы в городе Орск. Ими оказались грызуны, причем наличие вот нечеловеческого фактора подтвердил, ну якобы эту версию высказал, сам директор той компании, которая строила дамбу, и вот дамбу, которая, кстати, была сооружена за 1 миллиард рублей. Как вам такая оригинальная версия? Кстати, когда он озвучивал ее в эфире российских пропагандистских СМИ, это вызвало удивление у самих ведущих. Они к такой версии оказались абсолютно не готовыми. Ну, знаете, действительно, это такая оригинальная версия. По, скажем, оригинальности она напоминает то, что та версия, которая выдвигается сейчас как основная, по сути дела, как единственная, это версия украинского следа в теракте в Крокус-Сити. То есть тоже вот, придумать такую версию было сложно, но она была выдвинута в качестве основной, и все сейчас ее приняли безукоризненно, она подтверждается, там находят, значит, так сказать, в телефонах этих таджиков, находят украинский флаг. Ну, в общем, короче говоря, как обычно. Раньше визитку Яроша находили, а сейчас вот следы в телефонах. Что касается того, что причина вот этой действительно катастрофы, техногенной катастрофы, которая привела уже к огромному количеству бедствий для людей. Люди лишились жилья, причем не только в России, но последствия этой катастрофы сейчас ощущаются и в Казахстане. В Казахстане сейчас уже 7 тысяч человек эвакуированы. Это в том числе из-за, ну, просто река Урал, она же не знает границ, она несет свои воды и в Казахстан, поэтому, в общем, так сказать, то, что произошло в результате этого обрушение дамбы, это все сказывается. Дамба была построена 10 лет назад, то есть это довольно новое сооружение сравнительно. Вот. И при ее сооружении было какое-то странное решение допущено. Она была построена высотой 5,5 метров. В то время как история паводков на этой территории, в этом месте, где протекает река Урал, показывает, что эта река имеет свои биографии, имеется в виду река Урал, имеет свои биографии повышение уровня воды на 9 и даже на 12 метров. То есть высота дамбы, она заведомо строилась в 2 с лишним раза ниже, чем уровень воды. Я не знаю, какие там грызуны могли в данном случае поработать, но мне кажется, что это какие-то грызуны, они сначала повредили совести, мозги вот организаторов этого строительства, этого строительного предприятия, которое, собственно говоря, сейчас и сваливает все на совершенно невинных мышей, вот свои собственно, разгильдяйство. Ну и помимо всего прочего, там еще было украдено примерно как минимум половина из этой суммы, которая была выделена. Вот. Поэтому здесь, собственно говоря, причины, как обычно, три. Первая, это, безусловно, главная причина, это разгильдяйство, это расчет на русский авось. Ну, как можно было строить сооружение, которое было призвано защищать жителей примерно в 2 с лишним раза меньше высоты, чем подсказывает история паводков в этой местности. Второе, это воровство, коррупция. Ну, и третье, это сейчас, то, что сейчас происходит, это то, что дамба фактически не ремонтировалась все это время. Это результат того, что военный бюджет, вообще бюджет Российской Федерации, он содержит сейчас основную часть военную, ну и остаточный принцип – это гражданский. То есть три фактора. Ну, кстати говоря, насчет того, что виновные найдены, то я думаю, что сейчас там работает Следственный комитет России,
Я думаю, что Следственный комитет, он, скорее всего, обнаружит этих грызунов, так сказать, применит допросы разной степени тяжести, и в результате, я думаю, что украинские след все-таки найдут. Они, эти мыши, сознаются в том, что они действовали по персональному заданию там, генерала Буданова или президента Зеленского или еще что-нибудь. Так что все еще впереди. Кстати, вот можно ли считать эту ситуацию нынешнюю и коммунальный коллапс, о котором мы с вами говорили в начале года, звеньями одной цепи, вот тем самым разгильдяйством и теми самыми проявлениями коррупции? Ну да, в целом вот базовые причины одни. Дело в том, что вообще, конечно, от техногенных катастроф не спасает и не гарантированно ни одна страна. Они бывают и в Соединенных Штатах Америки, и во Франции, где угодно, и в Германии. Так что тут совсем вот говорить, что только вот тоталитарный фашистский режим виноват в том, что случаются паводки, это природа плюс техногенные катастрофы, это такое бывает. Но здесь, конечно, все помножается на разгильдяйство и на коррупцию. Так что, да, безусловно, причины, вот эти три причины. Первое – это разгильдяйство, русский авось. Второе – это, так сказать, то, что коррупция очевидная совершенно в данном случае. И третье – это, конечно, война сказывается на том, что, ну вот, в частности, ну уж когда случилось такое несчастье, то, конечно, надо было бы все-таки эвакуировать людей по-человечески. А здесь приехал начальник МЧС, во всем сразу обвинил граждан, сказал, вам же сказали, уходите, да? Ну, а куда уходить? Ведь эвакуация, она предусматривает куда-то. А в данном случае людям просто предлагалось уходить. Куда уходить, где какие-то эвакуационные мероприятия, их не было. То есть, по сути дела, ну и все, как всегда, решили списать на граждан, на то, что вот они, да еще упрекнули, что вот вы сидите в домах, вас же теперь кормить придется через некоторое время. Ну, то есть, на самом деле, как всегда, граждане виноваты. Так что это вот такое фирменное, так сказать, наплевательское отношение власти к гражданам, которые, ну вот, что толку, сидят там эти люди, кому они нужны? На фронт их не пошлешь, потому что там в основном, получается, женщины, из того, что я видел, по крайней мере, остались в этих домах. Отношение к людям традиционное в России. Кстати, о местных жителях, об их негодовании. Накануне появились кадры, где жители этого затопленного Орска угрожают отсоединиться от России. Значит, в сердцах они критикуют местные власти, центральные власти. Скажите, пожалуйста, вот эта ситуация каким-то серьезным общественно-политическим последствиям может привести? В краткосрочной перспективе. Ну да, но это локальная история. Я думаю, что, вы знаете, вообще пока Россия, что называется, не проснулась. Ну вот частично там просыпается Белгород, который оказался, по сути дела, в зоне боевых действий, но везде все-таки доминирует настроение обращения, все-таки в основном обращаются к Путину. Я видел тот видеоматериал, ну, на основе которого вы сейчас сказали, что какие-то люди говорят о том, что вот они готовы отделиться от России. Это очень, я думаю, что это разовые высказывания там, молодых людей, которые, ну, вряд ли они отражают настроение большинства жителей Орска. Все-таки, я думаю, что основное настроение такое, что царь помоги. И характерно, что на собрании жителей Орска они очень неуважительно относились к местной власти, к мэру Орска, к губернатору Белгородской области. Ну, а что касается вот верховной власти, к Путину, то они к нему обращаются именно как вот к верховному правителю, как к божеству, помоги. То есть обычная схема: царь хороший, бояре плохие. В основном все-таки я бы не стал уж очень сильно уповать на какие-то центробежные настроения.
Хотя они дремлют, они существуют и практически в большинстве регионов они есть. Но пока они дремлют вот под коркой такой покорности. Я думаю, что время еще не пришло для того, чтобы, что называется, Россия начала как-то распадаться. Нет, пока нет. Пока страх действует, пока привычка действует, пока еще не созрела ситуация. Прежде всего, потому что война, хотя она периодически заходит на территорию России, но все-таки в основном Россия пока не почувствовала на себе войну. Россия может эскалировать сейчас ситуацию, открывая в мире в целом, открывая другие фронты? Не в гибридном смысле, а в прямом. Напасть, например, не знаю, на Казахстан тот же. Я думаю, что уже устами Гурулева там определенные угрозы были. Нет, ну, слушайте, Гурулев – это такой персонаж, он, конечно, выглядит очень так грозно, так сказать, постоянно в каком-то таком немножко нетрезвом состоянии, ну, по виду, во всяком случае. Вот, он постоянно изрыгает какие-то угрозы, то он там Францию собирается уничтожить, то Англию, то, ну, в зависимости, видимо, от, так сказать, настроения и, что называется, химического состава его организма. У него постоянно это. И, в частности, вот его нападение на Казахстан виртуальное тоже хорошо известно. Вот. Но я думаю, что это все ерунда. То есть, с моей точки зрения, вероятность открытия второго фронта для России сегодня невозможна. Во-первых, потому что вот первый и пока, слава богу, единственный фронт, ну, имеется в виду в Украине, он отнимает все силы. У Путина нет запасной армии, которую он мог бы использовать там, против Казахстана, против Молдовы или против стран Балтии. Ну, нет этой запасной армии, которая могла бы использоваться. Для Путина сейчас принципиально получить какие-то успехи в Украине. Но ресурсов для того, чтобы начать серьезное, готовится. Ясно, что готовится наступление, видимо, летнее, скорее всего, наступление, так сказать, в Украине. Но получить какой-то, добиться серьезного результата, о котором много говорят, ну, например, оккупировать Харьков. На это сил нет. А уж какой-то второй фронт, тем более с Казахстаном, это же вообще серьезная история. Это же, может быть, не такая ужасающая для Путина, как Украина, но, по крайней мере, в условиях, когда Путин увяз, прямо скажем, 2 с лишним года уже воюет против Украины, для него, конечно, открывать еще какой-то фронт, тем более с такой большой и, ну, прямо скажем, не слабой страной, как Казахстан, я думаю, что это исключено. За материально-технической поддержкой Китая в войне против Украины полетел Лавров сейчас к Си Цзиньпину. Кстати, сегодня он как раз с ним встречается. Я думаю, что материально-техническая, политическая поддержка. Вообще Китай в роли старшего брата такого выступает. И, конечно, поддержка Китая очень нужна. Потому что понятно, что зависимость от Китая сейчас довольно серьезная. Во-первых, китайские товары полностью заместили, ну, там, где это возможно, европейские, американские товары, там автомобильный рынок полностью сейчас перешел на китайский автопром, значит, другие какие-то товары и продукты, это все в основном китайского производства, это поэтому очень важно. Плюс рынок сбыта энергоресурсов, это Китай и Индия сегодня, поэтому, конечно, зависимость от Китая очень большая. Плюс еще, так сказать, абсолютно зависимый вассал от Китая, Корейская Народно-Демократическая Республика, Северная Корея, она сейчас является, ну, возможно, даже основным, пожалуй, поставщиком снарядов для российской артиллерии. И поэтому, конечно, так сказать, Китай очень важен. И в целом какое-то согласование параметров поддержки, безусловно, является приоритетной целью визита Лаврова. Перед визитом Лаврова 4 дня в Китае была министр финансов США. По итогам этого визита было заявлено, если Китай будет продолжать помогать России обходить санкции, то Соединенные Штаты Америки
соответственно, будут реагировать, что предусматривает, ясно, что определенные ограничения для Пекина. Вот визит Лаврова. И также на этой неделе планируется визит канцлера Германии Шольца в Китай. Главной темой, по сообщениям СМИ, будет война в Украине. Скажите, пожалуйста, а какова сейчас игра Китая и какую сторону примет Пекин? Ну, Пекин принял сторону. Это сторона России. Пекин совершенно очевидно играет, он является в какой-то степени бенефициаром этой войны, потому что здесь ослабляется явное ослабление Соединенных Штатов Америки. В какой-то степени ему на руку, Китаю на руку ослабление России, зависимость России, то есть та продажа нефти и газа, которая Россия осуществляет в Китае и в Индию, это все происходит по крайне невыгодным для России ценам. Поэтому, так сказать, Китай заинтересован в этом, безусловно, в затягивании войны, по крайней мере, в том, чтобы Россия не проиграла в этой войне. Ну, а, так сказать, там плюс еще и постоянная демонстрация своей роли, своей внешней, как ведущего внешнеполитического мирового игрока, это постоянные разговоры о каком-то плане мирного урегулирования китайском, который, ну, по сути дела, речь идет о, значит, мире в обмен на украинские территории. Ничего похожего, конечно, не будет, но, что называется, здесь важно же не достичь какой-то цели, а постоянно выступать в роли вот такого мирового игрока, предлагая какие-то варианты, выступая в качестве посредника и так далее. То есть это, ну, такая вот внешнеполитическая роль, она важна. Хотя результатов эта инициатива, конечно, не будет иметь никаких, просто потому что мирные переговоры между Россией и Украиной невозможны в обозримый период в силу отсутствия точек компромисса. Возможно ли какие-то санкции со стороны Соединенных Штатов против Китая? Вы знаете, тут вот какая штука. Да, вы правы абсолютно. Вот санкции против России, они играют, конечно, существенную роль, но не смертельную. Потому что их очень легко обойти, поскольку действительно помимо стран евроатлантической цивилизации есть Китай, есть Индия, есть Африка, есть страны Латинской Америки, которые в этих санкциях не принимают никакого участия. Вот, понимаете, здесь вот какая неприятная штука. Дело в том, что ведь не только Китай. Если бы это была связка Россия-Китай, то было бы проще. Но в этом обходе санкций, который является причиной наложения так называемых вторичных санкций, замешаны не только Китай, это и Казахстан, это и Индия, это и целый ряд других стран. Поэтому, ну а затевать торговую войну с большей частью человечества, Соединенные Штаты Америки ее просто не выдержат. Поэтому у меня есть некоторые сомнения в том, что вот за нарушение санкций, за какое-то торговое взаимодействие с Россией Соединенные Штаты Америки предпримут какие-то очень серьезные санкции по отношению к Китаю. Тут непонятно, кто больше пострадает. Рычаги влияния сейчас у США на Пекин есть или они отсутствуют? Они есть, безусловно, потому что Китай в целом он находится в русле вот той самой глобальной экономики. И, конечно, там какие-то рычаги влияния есть, но они не определяющие. То есть сказать, что можно заставить Китай изменить в корне свою политику, это невозможно. Китай слишком большая страна, слишком страна, которая, в общем-то, не очень сильно подвержена каким-то ударам внешнеполитическим, поэтому я думаю, что, ну, скажем так, начать какие-то переговоры с Китаем можно, но управлять Китаем Соединенные Штаты Америки не могут. То есть визит Шольца, который будет, он вряд ли увенчается каким-либо успехом, да? Ну, я не знаю конкретно, какие цели ставит. Для того, чтобы сказать, успех или не успех, надо понять, с чем соотносить, какие конкретно цели ставит Шольц в этом визите.
Общая направленность известна. Это тоже по поводу войны, но в данном случае нужно понять, какие конкретно цели. Не зная цели, нельзя определить, успешен или не успешен этот визит. Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне сделал заявление о том, что Франция не заинтересована в разговорах с российскими чиновниками, потому что российские заявления о содержании таких разговоров являются ложными. Такое заявление, мы понимаем, что стало следствием разговора, который на минувшей неделе был между представителями Министерства обороны России и Франции. Что стало причиной, в принципе, этого разговора? Потому что Франция, достаточно у нее была позиция после того, как Макрон сказал, мол, Путин знает мой телефонный номер, если будет принято решение вывести войска из Украины и как-то начать какой-то диалог, он готов будет с Путиным поговорить. Но только после вот того, как все войска суверенной территории Украины будут выведены. И вот тут разговор между представителями двух министерств обороны. Достаточно неожиданно на самом деле. Вы знаете, я думаю, что все-таки, во-первых, надо точно знать, кто кому позвонил. Я не знаю. Но это до сих пор, да, остается тайной, покрытой мраком, что порождает много конспирологии. Да, вот пока, вы понимаете, одно дело, я думаю, что все-таки инициатива была со стороны России. Причина, мне кажется, опять-таки, это мы вступаем на территорию догадок. Значит, поскольку я не знаю, и я тоже интересовался, пытался в открытой печати найти, все-таки кто кому позвонил. Я думаю, что вероятность того, что позвонила российская сторона, она близка к 100%. Почему? Потому что после заявления Макрона о том, что он не считает невозможным присутствие французских войск на украинской территории, ну, конечно, была истерика, конечно, и Путин там что-то сказал, и российский телевизор, не переставая, проклинал Макрона и заявлял о том, что мы, так сказать, скоро ударим по нему персональной атомной бомбой. Но после этого действительно возникло, видимо, желание у российской стороны без всякой истерики, без всякого популизма просто выяснить, а каковы же планы Франции. То есть Франция действительно совершила, имеется в виду устами Макрона, совершила такой информационный взрыв, заявив о том, что действительно такое впервые было сказано, что могут французские войска присутствовать на украинской территории. Это, безусловно, возникло, побудило, скорее всего, позвонить и выяснить, а что, а куда, а зачем. То есть, высказать свое мнение. Поэтому я думаю, что инициатором была Россия, и, скорее всего, это было связано с недавним заявлением Макрона о возможности введения войск на территорию Украины. А о том, как это изложила российская сторона, вот тут явно просматривается то, что Путин сейчас заинтересован в восстановлении боевых действий. Вы знаете, значит, российская сторона, исходя из того, что было опровержение с французской стороны, российская сторона заявила о том, что там, значит, был разговор о перемирии. У меня есть очень сильные сомнения, что французский министр обороны стал бы разговаривать с россиянами о перемирии, тем более, что принцип ничего об Украине без Украины, он действует. И французы его очень четко соблюдают. Поэтому у меня есть очень сильные сомнения в том, что разговор был именно таков. Что там шла речь о мирных переговорах между Россией и Украиной. Тем более, что, откровенно говоря, это все-таки не совсем функция министра обороны. Говорить о каких-то переговоров третьих стран. То есть это то, что это вранье, это практически 100% вероятность. То есть это очень неприятное вообще. Вы знаете, как в бытовых разговорах, в межличностном общении, когда с человеком разговариваешь, а потом он передает содержание разговора, да еще и перевирает его. Это очень некрасивая история, это лишнее доказательство того, что с
с представителями официальной России просто нельзя иметь дело. Просто надо вешать трубку каждый раз, когда кто-нибудь из них звонит. О чем, собственно говоря, я сказал министр иностранных дел Франции. Скажите, пожалуйста, а вот этот релиз, который выдала российская сторона, его главный потребитель – это внутренняя аудитория? Нет, я думаю, что и внутренний, и внешний, потому что, ну, понимаете, обычно, когда идет такое вранье оголтелое, ну, кто-то верит, кто-то же верит, кто-то, может быть, и на Западе тоже верит. Ну, и, конечно, это внутреннее потребление, что, во-первых, мы не изолированы, что вот к нам обращаются и французы, и вообще. Ну, и плюс к этому это лишний раз продвинуть идею, что вот, так сказать... Идея переговоров с Путиным, она не мертва. То есть здесь цели вот такие. Ну что ж, будем следить за развитием событий. Игорь Александрович, благодарю вас, что нашли время и возможность присоединиться к этому стриму. Берегите себя. Всегда вас рада видеть на канале «Сейчас». Спасибо, Алена. Это взаимно. Берегите себя. Удачи вам и вашему каналу. Благодарю. Традиційно наших глядачів підтримувати це відео своїми вподобайками, своїми коментарями. Не забывайте подписываться на канал «Сейчас».